Очередной выездной прием граждан на этот раз прошел в поселке Виноградном. По традиции вопросы членов семей военнослужащих в списке первых. Анапчан интересовали темы ремонта дорог, получения льгот и госнаград, а также гражданско-правовые вопросы. На встрече прозвучали в том числе предложения, затрагивающие ограничение скорости движения транспорта по региональной трассе, увеличение количества автобусных рейсов, установку тренажерной площадки и ряд других просьб. На приеме жители также сообщили о необходимости доработать обновление парка виноделия, высадить цветы, местами исправить провалившуюся плитку, оборудовать системы освещения, видеонаблюдения и туалеты. Исключительная цель, когда мы занялись вопросом обновления, полной модернизации нашего парка, парк действительно очень достойный и хороший, цель только одна, чтобы место стало более комфортным, более безопасным. Я наличный контроль возьму, доведение его до логического завершения. По словам мэра Анапы Василия Швец, малейшие недочеты, выявленные в рамках контракта, исправит подрядчик. Остальные работы будут проведены в ближайшее время. В этом месяце приступят к освещению. Более того, Василий Швец заявил, что все парки в городе и сельских округах будут закреплены за специалистами МБУ благоустройства. Это поможет эффективнее поддерживать санитарный порядок и выполнять текущий ремонт. По завершению приема Василий Швец и Сергей Чикаров вместе с жителями поселка осмотрели парк виноделия. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.